Значит, я прошу работников полиции оформить заявление по хулиганским действиям в отношении меня, в отношении моего имущества, в отношении того, что, значит, неопознанные отравляющие вещества распылялись мне на дверь, на меня, в частности, вот на одежду мне бы и на руку было брызнуто. После... На какую руку? Вот на вот эту вот. Нет, подождите. Направо. Вот я ее, мне ее пришлось срочно мыть. Вот она даже... Ну, я слышу какой-то ароматный запах. Он меня очень раздражает. У меня от него астматический синдром начинается. Головная боль. В общем, вред моему здоровью наносится. Человек умышленно это брызнул и сделал. Я сделал видеозапись этого. Я еще раз говорю. Белизна... Я не знаю, каким она ароматным веществом брызнула на меня. То, что там написано на коробочке, это еще ничего не значит. Экспертиза не проводилась. Значит так. А по поводу белизны, белизна это средство для дезинфекции, допустимое в домашнем хозяйстве. И я применяю его. Я применяю его согласно всех норм. Согласно всех норм. Точно это белизна. Точно это белизна, потому что они с частотой, когда появляется загрязняющий фактор. То есть как фактор даже каждый день. Значит, она используется не в квартире у них, она используется впред. На лестничной площадке. На лестничной площадке это не запрещено. Я еще раз говорю. Так я прошу полицию оформить заявление по всем этим действиям против меня, а также еще и по преследованию. Потому что и по угрозам. Мне, кстати, они, я записал, у меня есть запись диктофона. Они мне вышибали дверь. Угрожали, кричали, уезжай отсюда, убирайся. Это почему это я должен уезжать отсюда и убираться из своей квартиры? Я их не трогал. Это уже вы нам рассказывали. Да, вот я вам рассказываю. Вот я хочу услышать ваши по поводу заявления. Да, какое-то отравляющее вещество, от которого у меня происходит расстройство здоровья. Могут быть террористы, могут коррумпированные сотрудники специальных служб. Это должно следствие определять. Я говорю, по поводу всех ваших выводов, все должно определяться следствием. Вы принимаете заявление и проводится следствие. Я еще раз говорю, оценку производит следствие. Сейчас налицо уже не первый случай. У нас документы, что мы инвалиды, два инвалида. Да. Почему на нас нападают? А у вас? У меня? По зрению. И причем инвалид с детства. А у меня травма. И нас преследуют вот эти вот люди все, на нас наговаривают. Я даже могу сказать, начальник следственного отдела, управления Краматорского городела, нам прямо сказал, что это сотрудники СБУ, вас. И да, и второй момент, я точно слышал подтверждение, когда я был в больнице, дышал, отдышивался, потому что дома я не могу дышать из-за вот этих... Ну, камеру не выключайте, да, вспышку. А ну я уж не могу. По глазам. Я там фонариком в лицо не слышу. Как это вы делаете? Вам же сказали. Вы на полиции, вы приезжаете на место вызова. Приводите выйти в открытие. Криминал здесь или просто... Дослушайте инспектора, он вас слушал. Если же это инспекция в нашем, да, то уголовное преступление, мы это передаем следствию. Это уже инспекция не патрульная.
Куба. Поимка этого. Поэтому, если у вас есть желание куда-нибудь ровно, то можете приехать. Химическую 25, да, составить. Если желаете, можем позвонить и сказать, что вы. А ваша какая работа вы? То есть вы приехали, вы посмотрели, услышали, я услышал, приехали, но информационную помощь полиция. То есть вы не будете никакого заявления у меня, я должен сам ехать, подвергать свою жизнь опасности, не знаю, допустим, вы что. Бронежилет. А при чем здесь бронежилет? Так, ну я вижу, полиция явно уже издевается. Вот он мне угрожал, допустим. Я? Нет. Вот тот парень, Александр, которого зовут. Вот он мне урожал. Я не кидался на твою мать. Это она на меня кидалась. Она кидалась. Да, с веником на меня. И с бутылкой с водой. Значит, я понимаю, полиция отказывается. Зато ты можешь на них голос повысить. Я ни на кого голос не повышал. А до меня ты почему-то не вышел. Я никому голос не повышал. Я еще раз говорю. Я еще раз говорю. Вот еще одно оскорбление. Вот еще одно оскорбление. Работники полиции. А куда вы ушли? Вот как раз и от вас тоже. Никаких поливаний. Никаких. Так что, я свою уборку буду делать. Я буду делать свою уборку. Нет, вы вот там вот свою уборку делаете. Я буду делать. Вот там уборку ты свою делаешь. Уборку. Вот здесь, вот. Вот там. Вот по проходу. Вот здесь. Нет, хрен. Здесь напрямую. Если здесь будет стоять вонище. Здесь напрямую здесь против меня вонище, идет убери сквозняк. Убери свою светилку, блин. Светилку убери. Глаза слепит. Тебе люди сказали. Это вспышка, ты не умничай. Он знает, что делает. Значит, идут оскорбления.